Большой стаж, огромный опыт. За многолетнюю работу в детском садике Ирина Ротанова для себя составила свой собственный методический план, как быстрее достучаться до сердца ребенка. Педагог любой, не только воспитатель, должен обязательно быть добрым, веселым, артистичным. Артистичность – это очень немаловажная роль в нашей вот профессии. Ирина Леонидовна в детский садик попала совершенно случайно. Работая на заводе, она мечтала о более творческой и интересной профессии. Когда возникла проблема с устройством старшего ребенка в садик, ей предложили уйти с завода и устроиться старшим воспитателем. Долго не раздумывая, она согласилась. С первых рабочих дней Ирина Леонидовна поняла, что наконец-то нашла свое место в жизни. Ирина Леонидовна полностью отдается детям. Каждому ребенку находит свой индивидуальный подход. Процесс обучения в группах всегда проходит в виде игры. Так, по словам Ирины Леонидовны, дети лучше усваивают необходимый материал. Она зарекомендовала себя как ответственный, эрудированный, грамотный педагог. Успешно использует в своей работе инновационные технологии. Пользуется большим авторитетом среди коллег и умеет подобрать ключик каждому ребенку. Председатель родительского комитета Александр Шитиков выражает огромную признательность и глубочайшее уважение Ирине Леонидовне. Сегодня педагог должен обладать не простыми своими знаниями, но также он должен быть эрудирован, подкован и дать ребенку полноценный ответ на любой интересующий его вопрос. Конечно, ей тоже знакома усталость после окончания рабочего дня. Но для Ирины Леонидовны эта усталость является приятной. «Я даю детям знания, а они заряжают меня энергией», – говорит педагог, влюбленный в свою профессию. «Я в них много очень вкладываю, чтобы они были добрыми. Любовь к животным, любовь к окружающим. Вот это вот всегда, это мое самое первое, на что я делаю направление. И всегда дети в группе дружные, они всегда друг за друга стоят горой». В ответ она получает от воспитанников их внимание и глаза полные интереса. Дети очень любят свою воспитательницу. Ирина Леонидовна очень хороший педагог. Что Ирина Леонидовна ласковая и нежная. Она всех любит, всех детей радует, не ругается. Ирина Леонидовна самая хорошая воспитательница в этом садике. Мы ходим с ней на экскурсии, в бассейн и... Ну, на экскурсии, на всякие, на футбольное поле ходили. Ирина Леонидовна признается, что порой бывает сама как ребенок. Эмоции хлещут через край. Такое бывает в тот момент, когда в детском саду выпускной. Ведь она расстается с ребятами, которые стали ей уже как родные. Мы любим Ирину Леонидовну! Екатерина Тагильцева, Евгений Просиков. Новости нашего города.